Библиотека номер 10 имени Федора Абрамова приветствует всех садовников, огородников, цветоводов и ландшафтных дизайнеров. Дачный сезон в самом разгаре, и мы любезно предлагаем подборку нужных, полезных и актуальных книг по садоводству и огородничеству. Вас ждут лучшие представители литературы по данной теме. Вы узнаете, правильно ли вы посадили то или иное растение, как создать цветник, ежемесячный план ухода за огородом и немного о ландшафтном дизайне. Каждая из представленных книг имеет свои достоинства. Все издания равноправны и по-своему полезны для читателя. Для всех, кто имеет дачный участок и желает получать от него максимальную пользу, кто всегда хочет видеть на своем столе сорванные прямо с грядки свежие овощи, ягоды и зелень, новая книга Октябрины и Александра Ганичкиных, ведущих отечественных специалистов в области сельского хозяйства, авторов нескольких десятков книг, пользующихся огромной популярностью. Новая энциклопедия садовода и огородника содержит самую исчерпывающую информацию по выращиванию овощных и садовых культур, фруктовых деревьев и кустарников, цветов и декоративных растений. Здесь есть все, что нужно знать для получения высоких урожаев. Подробные инструкции по выращиванию каждой культуры с рекомендациями по посадке, подкормке, подвязке, защите от холодов и хранению урожая. Описание наиболее эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями. Характеристика полезных свойств растений и плодов. Советы по их употреблению. Эта книга подойдет и начинающим садоводам-огородникам, желающих освоить агротехнику самых популярных культур, они рассмотрены здесь особо подробно, и любителям экспериментировать, для которых в книге описаны менее распространенные и совсем редкие в нашей стране овощные и садовые растения. Большой раздел энциклопедии посвящен цветам. Из него цветоводы узнают о лучших сортах популярных однолетних и многолетних цветочных культур, о правилах выращивания и ухода за ними, а также о том, как создавать клумбы, цветники, живые изгороди, оригинальные букеты и многое другое. Сад и огород – все самое важное для любимых дачников. Это еще одна книга от известных авторов Октябрины и Александра Ганичкиных для тех, кто мечтает получать высокий урожай и рационально использовать свой участок. Агротехника выращивания самых основных и популярных овощных, ягодных и плодовых культур, которые должны быть на любом участке в одном из зданий. Точные сроки посева на рассаду и высадки в открытый грунт. Лучшие современные препараты для подкормки и защиты растений от болезней и вредителей. Все рекомендации проверены на практике. Новая книга Октябрины Александра Ганичкиных, ведущих отечественных специалистов в области сельского хозяйства, авторов нескольких десятков книг, пользующихся огромной популярностью. Секреты выращивания самых популярных овощных, плодовых, ягодных культур, которые выращивают практически все садоводы и огородники на своих участках, включает в себя не только пошаговое описание практических технологий, прошедших проверку временем, но также новейшие средства и препараты для подкормки и защиты растений, которые помогут получить богатый урожай, избежав многих проблем. Эта книга для тех, кто любит, когда на столе свои помидоры с огурцами, ароматные яблоки и груши, с кустов свисают гроздьями крупные ароматные ягоды малины и смородины. Чтобы огород и теплица, плодовый сад и ягодники радовали вас своим безупречным урожаем и прекрасным внешним видом, нужно правильно возделывать землю и вкладывать немало труда, ухаживая за растениями. Многолетнему опыту известного автора и телеведущей популярных программ Октябрины Ганичкиной доверяют тысячи садоводов и дачников. В этом издании существенно обновлен раздел по защите растений от вредителей, сорняков и болезней. Даны профессиональные советы по применению удобрений в целях сохранения и увеличения урожая. Даны оптимальные количества эффективных препаратов по обработке участков.
Вы найдете уникальные методы выращивания овощей в теплице и открытом грунте. Научитесь правильно готовить почву под рассаду и посадки взрослых растений. Своевременно убирать урожай и заготавливать его к зиме. Урожайный огород и регулярно плодоносящий и цветущий с ранней весны до поздней осени сад – мечта каждого владельца загородного участка. В этой энциклопедии Октябрины Александр Ганечкиных даны полные рекомендации по выращиванию овощных и зеленых, плодовых и ягодных культур, декоративных кустарников и цветов. Вы найдете все, что нужно знать для получения стабильных урожаев. Подробные инструкции по выращиванию с рекомендациями по посадке, подкормке, подвязке, защите от холодов, хранению урожая, описание наиболее эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями, характеристику самых лучших сортов и гибридов, советы по заготовке и употреблению овощей, фруктов и ягод. Галина Кизима. «Не наступай в саду на грабли». Чем в первую очередь полезна эта книга? Опытом автора. Она рассказывает об ошибках, которые когда-то совершала на своем участке. Автор дает советы, как избежать этого. Она утверждает, что по ее стопам идут многие начинающие садоводы и поколение за поколением совершают типичные ошибки. К тому же есть много устойчивых заблуждений, которые уже давно не актуальны. Вот для этого и была написана книга. В ней собран весь 55-летний стаж садовода, что обязательно поможет каждому читателю создать на своей даче цветущий сад с вкусными и сочными плодами. Перед вами еще одно издание от Галины Александровны, популярного автора и садовода с внушительным стажем. Она утверждает, что быть ленивым вовсе не стыдно, и не обязательно трудиться день и ночь, чтобы получить цветущий участок. Достаточно правильно организовать рабочий процесс, разумно распределить время и исключить ненужные действия. Автор подробно расскажет, как с минимальными усилиями получить плодоносящий сад. Также пошагово и помесячно распишет необходимые работы в саду и огороде, даст полезные советы и рекомендации, предложит список неприхотливых растений, которые смогут радовать хозяев весь год. И все это на 194 страницах. И, конечно, книга привлекает своей яркостью. В ней собраны красивые иллюстрации, да и в целом оформлена она очень качественно. Поэтому вы можете прочитать, либо потом приобрести для себя эту книгу и дарить ее родным, близким и друзьям. «Цветники для ленивых. Простые композиции для любого уголка сада». Очередная книжка Галины Кизимы. Переходим к другой популярной книге о цветоводстве. Садоводы-любители непременно оценят это издание, после которого даже новичок сможет подобрать растения и распределить их, создав собственный цветник. Имеется много ярких и показательных иллюстраций. Повествование идет простым языком, но при этом чувствуется многолетний опыт автора. Она дает полезные рекомендации по поводу освещения, места посадки, увеличения плодородности почв и влажности. Автор советует разумно распоряжаться бюджетом и беречь свои силы при создании цветущего шедевра. Николай Курдюмов. «Огород. Пошаговое руководство на каждый день». Уникальная и интересная книга для огородников-новичков. Издание поможет преодолеть неуверенность и страхи, посадить, а после вырастить на своей загородной территории сочные и полезные овощи и фрукты. Автор уверен, что не обязательно гнуть спину дни и ночи напролет. Достаточно грамотно подойти к вопросу, чтобы эта деятельность приносила удовольствие. Текст написан легко и просто, лаконично, по делу и с юмором. Хочется его перечитывать и вписывать все полезные рекомендации. Читатели признаются, что некоторые моменты стали настоящим откровением для них.
Познакомиться с книгой определенно стоит, чтобы необходимые подсказки всегда были под рукой. А эта книга написана людьми, которые с радостью проводят время в саду. Они с помощью умелых рук создают цветники, выращивают плодовые, овощные и ягодные культуры, обустраивают беседки и садовые домики. После накопления опыта авторы готовы поделиться своими знаниями и умениями. Они дают советы и рекомендации, рассказывают, как выращивать фрукты и овощи, а также описывают вкуснейшие рецепты. Если хотите найти новые идеи для сада и огорода, читайте эту книгу. От нее вы получите вдохновение и желание действовать. В этом помогут яркие иллюстрации. Нередко встречаются восторженные отзывы и признания во влюбленности в книгу. Даже те люди, которые не стремились к садоводству или цветоводству, неожиданно для себя захотели поехать на дачу и преобразить участок. Даже самый стандартный участок можно превратить в красивую, уютную усадьбу и при этом совместить декоративные посадки с плодовым садом, огородом и теплицей. Новая книга ученого-почвоведа Павла Трануа поможет постичь особенности агротехники 100 декоративных культур, преуспеть в ландшафтном дизайне любого масштаба и сложности и сэкономить средства на спасенных саженцах. Кроме подробных сведений о геоботанике, автор дает рекомендации по выбору сортов и ключевым условиям выращивания, требования к составу почвы и посадки, освещенности и поливу, способы зимовки и содержания. Библия ландшафтного дизайна. Это собрание полезных фактов и интересной информации о ландшафтном проектировании, декорировании дачного участка или пространства вокруг дома, о растениях, цветниках и газоне, о каменных дорожках, которые можно построить, о создании водоема прямо во дворе и о многом другом. Автор, основываясь на личном опыте, рассказывает об основах ландшафтного дизайна доступным языком. Поэтому разобраться смогут и не специалисты в этой сфере. Внутри читатели найдут множество примеров, иллюстраций и фотографий. Они в каждом смогут разбудить творческую жилку, которая необходима, чтобы превратить ваш участок в красивый и цветущий рай. Очень надеемся, что после обзора книг про огород и сад вы найдете то, что ищете. Спасибо за внимание.